Лина. Корейцев пока таких успехов не было. И делает брейк. Достаточно высокий молодой человек, 1,88 м у него рост. И все никак, он нельзя сказать, что по всем статьям переиграл, но тем не менее смотрелся на голову лучше. Чон. Два брейкпоинта тем временем. Не успел к сетке пойти. Победу над Джоковичем, да? Который, ну, просто... Это до 36-го места в рейтинге, но Чон уже его обгонит после этого турнира, вне зависимости от того, как сыграет. Поднимется выше. А кто выше борется, окажется в итоге? На своей подаче ему лет. Мне кажется, проще было бы именно это сделать, чем... На что Чон ответил. Меня постоянно выбивают из колеи травмы. 2-3 месяца в году я стабильно не играю. Конечно, для молодого теннисиста Марину Кал Эдмунд выбил Григора Димитрова в 4 сетах. Свое место. 4-3 у нас. Боже, вот они расслабленно себя чувствуют, что точно до второй недели должны остаться. И болельщики тоже понимают, что до финала точно будем здесь. Но это тренер, может быть, из-за этого и назвала его теннис. Процент первой подачи у Чона, конечно, гораздо выше. Парони не так хорош. Выигрывал Сангрен, Чон. Четвертьфинал в Окленде уступил Давиду Ферреру. И второй раунд в Брисбене проиграл Кайлу Эдмунд. Ну, нельзя было из-за зрения играть. Против Роджера Федерера. В 7:30 по местному. Держать его. Выплеснуть весь негатив, накопившийся за год. Кто-то из команды Роджера, из команды Томаша Бердиха присутствует на стадионе. Обычно принято смотреть своих будущих соперников. Ой, да, это. Ой. Денис Сангрен. Напряженный. Не выходит, наверное. Ну, теперь Штепанок тренирует Джоковича. Вот. Может, удастся ему вострять игру с приема. Пока слишком хорош, Чон.
Какой чего же? Хочет? А вот это уже совершенно пропало. Соответственно, он старался можно больше ударов наносить. Может быть, не таких сильных, но класть их в длину. Таким игрокам, как Роджер, под силу вернуться и сразу выиграть титул. Новаку нужно еще поработать, разыграться. Ну, просто странно, да? Плюнул на все и решил прооперироваться сразу в Мельбурне. По всему миру летал, лечился. Не помогло Мару. У Стэна Вавринки тоже огромный шрам на ноге. Просто, да. Это... Мужчину, конечно, красят шрамы, но... Выглядело... Ну, это 21 век, в первом этапе, да, на первом этапе так... режиссер сделал акцент на... Она была помочь Джоковичу с решением двух проблем. Ну, мотивация есть, но пока. Игры нет. Ситуацию. Играно образовался. Со счета 2-1, да, со счета 2-1 столь активно, знаешь. Вполне возможно. Ух ты. Не подготовил выход. Ой, как нашел. Невероятно! Ох. В этом гейме Сангрен. Ну, попадает. Не в Окленде случайно тайбрек не играли? Нет, там 5-7 был. Блин. Просто перебивать мяч через сетку недостаточно. Ой, здесь в него сыграл. Тест из Венгрии забил ударом, но тем не менее получилось красиво. Молодец, пошел вперед. Опять коротким скидывает Чон. Опасно. Ай-яй-яй. Партия за Чоном. Словно он забыл, что... Где-то я видел уже его тренера. Он кого-то из американцев тренировал. Что ему может помочь в сегодняшней встрече?
Если только такие удары, причем совершать их нужно будет... Восстановление после такой травмы, так что Капулька, Индиан Уэллс, Майами ждут Рафу. Организаторы этих турниров немножко выдохнули, да? Что происходит? Ой, один из красивейших розыгрышей. Главное. Здорово. Все сроки сдвигаются. Ну, а вечерняя сессия в 7:30 по местному времени, в 11:30 по Москве. Бердых Федерер. Не развил свою атаку, чёрт. Раз на раз не приходится. Да. Классный прием в уголок. Просто... Не повезло им с билетами. Затягивает. Ой, как с полулета играет. Рискует Сангрен и... Ой-ой-ой! Что творится? Ой-ой-ой. Он выигрывает еще раз! Что это было? Видимо, вот теперь можно и руку жать. Вот и все. Матч. Но гейм был... Интересно. Теннис Сангрен покидает турнир.